motherfucker. What's up, ребятки, с вами канал Олигейм, Let's Play Rack, это Резиденция Слава, мы продолжаем наше прохождение. Напомним, в прошлый раз мы остановились с вами на том, что все обыскали и нашли, чем потушить наш костер. А потушить его нужно было пожарным гидрантом. Мы добыли шланг и отправляемся дальше. Здесь нам нужно потушить вот этот вот огонь. Для того, чтобы потушить огонь, нам нужен гидрант. Мы используем гидрант для того, чтобы потушить огонь. Удивительно, что ее херам не снесло. И вопрос, как она открыла воду, не руками же, а если руками, то боюсь представить, на что способна эта женщина. Валим дальше. Мы заходим в инструменты. Кто здесь? Действительно, кто здесь? Здесь мы открыть делаем. Мы открываем этот шкафчик и смотрим, что у нас находится в этом шкафчике за этим замком. А здесь у нас еще одна аптечка. Итого у нас аж целых 3 аптечки. Сохранимся еще раз. И отправимся дальше искать приключения. А здесь у нас дверь, которую мы должны вскрыть. И подозреваю, что там кто-то есть. Is UBCS? Да, аккуратней, аккуратней. Не смотри ты на меня так, я не заражен. Тихо, давай. Нет, 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 стой! В смысле, алло, это что было такое? Какого хуя? Нихера. Заражен. Возможно, заражен. Пеп Старс тряпки. Вот и дохните, как мухи. А ты откуда? UBCS? Своих же убиваешь. Он бы обратился. Где твой инстинкт самосохранения? Что у него с голосом? Возвращайся на станцию. Нам здесь такие сопляжуи не нужны. В смысле, возвращайся на станцию, и кто ты такой? Давайте проясним ситуацию. Короче, и уже и не жалко типа. То есть он, походу, был преступником, которого Umbrella взяла на работу к себе. Хорошо, хорошо. Open Garage 88. Открытый гараж. Двигаемся дальше. Что у нас? Где и куда пошел этот мужик, который... Кто он вообще? Что он? Зачем он? Смотрите, тут детские какие-то штуки. У нас есть поворот налево. Смотрим карту. Карта нам говорит, что да, действительно, поворот налево существует. Мы идем направо, потому что там длинный какой-то еще проход у нас. Я не уверен, конечно, что он, насколько он длинный вообще. Мне вот это подозрение тут всякие. Кто-то где-то ходит, кто-то шевелится, что-то шевелится. Записка электрикам. Ясно. Значит, чтобы генератор замкнуло, в него нужно просто попасть из пистолета. Тогда генератор замкнет, и тогда он перестанет работать. Если из него сыпется вот такая вот канитель, значит, он опасный. Сейчас он безопасный. Мы рано поспешили, наверное. Воу-воу-воу-воу-воу! В смысле, алло? Как это? Кто это? Я... В смысле, я понял, я поспешил. Надо было не спешить стрелять раньше времени в генератор. Потому что, оказывается, есть собаки, которые бегают по улице. Я уже забыл, что у нас есть собаки, которые могут кусаться. Которые... Смотри, а генератор... Подожди, он еще не работает, да? Он еще заряжается, поэтому мы двигаемся дальше. Я уверен и хочу быть уверен в том, что забор не поломается. Иначе все эти зомби попрут на меня. Я надеюсь на то, что из машины никто не вывалится, из-под машины никто не выползет. Слышим радио, не понимаем, что там. Идем дальше. Мы идем дальше. Мы зашли на электростанцию. Нам нужно что-то здесь, наверное, сделать на этой электростанции, но не таким способом, не таким громким способом мы что-то здесь должны сделать. Я вижу, что здесь очень много ходячих, поэтому, чтобы они нас сильно не тронули, будем стараться держать их на расстоянии от нас всеми возможными и невозможными способами. Слушай, она прям... Слушай, офигеть, а? Насколько... Все это реалистично. Да, такое бывает. Некоторые теряют голову. Некоторые теряют прям... Да, в смысле, успокойся. Ты можешь? Все. Здесь ты падаешь. А мы продолжаем двигаться. У нас есть замочек, который нужно вскрыть. Мы для этого используем отмычки. И отлично. Там патроны, которые мы только что потратили. А еще у нас есть 2 шкафчика, в котором в первом ничего, а во втором есть вот такой вот порох. Или порошок, который мы можем объединить. Я совершенно не знаю, что за этой дверью может быть. Что это у нас? Набедренная сумка. О, блин, две ячейки. Так это же замечательно. Теперь у нас целых 2 ячейки бонусом есть. И у нас что? У нас здесь дверь. Здесь что-то. Записка какая-то. Факс от начальника подстанции. Включите 4 рубильника, затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Мы идем дальше. Что? Для чего? Пока непонятно. Мы... 4 рубильника. Нам нужно включить 4 рубильника.
Алло, почему ты двигаешься? Вообще, на лестнице нужно как бы за перила держаться. Знаешь такое, не? Когда идешь, тем более вот так вот прихрамывая, можно же ведь упасть. В принципе. Так, где-то здесь, здесь, вот он. Я же сказал, что он где-то здесь встречается. Есть. Взяли еще одну, непонятно что, может быть пасхалочку, может быть не пасхалочку. Ладно, мы выходим. Мы выходим на улицу. О боже, пахнет как, да я даже думать не хочу как. Да я даже думать не хочу как. А я настолько увлекся, что аж... Нифига себе. А что это такое? А что это мысли? Что это за споры такие? Когда эта резиденция зла у нас превратилась в чужих? Что это происходит? Что это за наросты такие? Ладно, нам предстоит все только узнать. Итак, у нас есть еще зеленая трава работает. У нас есть зеленая трава. Она как-то у нас связана или что-то у нас связано по поводу каких-то там зеленых личинок. У нас есть проход. У нас есть... тело какое-то. А что у нас за проход? У нас проход неизвестно. Какой-то проход есть. Давайте посмотрим, что нас ждет там дальше. У него есть какая-то шкатулка. Футляр. О, Господи. Давайте посмотрим. Специальный футляр для какой-то, для какого-то инструмента. Внутри что-то есть. Ух, нихера, а что это такое? Отмычки. Отлично. Офигеть, что за звуки здесь у нас происходят? И нам, наверное, вот туда, где у нас непосредственно вот эта запертая дверь, которую мы должны открыть с помощью отмычек. Мы используем отмычки. Я уже краем глаза увидел, что вон там вон справа, какая-то дрянь ползает по полу. Охереть. Чё себе, охереть, офигеть, офигеть, что это, в смысле, алло, что это сейчас было? Это надо вытащить, надо, короче, использовать паразит, паразит уничтожен. Вот это я понимаю, быстрое проникновение с залетом. В смысле, восстановить питание с пострадавшим с подстанции. Для этого нам нужно, наверное, проследовать дальше. И у нас есть вот такая вот штука. Я так полагаю, что... Что это за твари такие? А что за пауки? Действительно, откуда они вообще? Из какой истории они? А, они по потолку лазят. Понял? Они могут через сетку... Они могут откуда угодно могут напасть. А я не могу. А я откуда угодно не могу, понимаешь? Вот в чем проблема. Они могут откуда угодно напасть, а я не могу откуда угодно напасть. Так нечестно. Я считаю, что это очень нечестно. Надо удерживать, понимаешь? Да в смысле? Как вы так подкрадываетесь? Почему вас так много? Нельзя напасть после того, как я включу рубильник. Почему во время того, когда я включаю рубильник, у меня происходит... А не анимация какая-то. Я же абсолютно беспомощен, пока она не закончится. Один главный. Здесь мы везде прошли, сюда прошли, тут везде прошли. Мы находимся вот здесь. Вот сюда, так. Здесь лестница, вот сюда прошли. Ну, собственно, комната управления. Наверное, нам нужно теперь в комнату управления, чтобы нажать главный рубильник, правильно? Ну, логически. Отлично. А теперь рубильник основного питания. Наслаждайтесь. По идее, вообще такая громадина при включении должна хорошенечко была коротнуть и все здесь уничтожить. Хорошо. И что дальше? Куда нам дальше? Ну, логически. Я могу предположить, что нам нужно... Я знаю, где это. Правда? На шаг впереди меня, напарница. Мы не напарники. Ага, я знаю, где это. Потому что я там была. Пока ты там сидел в каком-то странном вагончике, я тут все, короче, исходил и шарил. И система управления метро находится в середине двора. В самой посреди улицы. Куда я, собственно говоря, попал. Так, я так предполагаю, что пока мы будем ходить, на нас опять будут нападать новые и новые твари. Я надеюсь...
что из... Да что ж такое, а? Алло. Да, вали ты. Ассань, я... Ну, не, ну серьезно. Карлос, эта тварь еще жива и преследует меня. Что? Скорее возвращайся на станцию. В смысле, а как сначала я... Включить... А как я вернусь? Подожди. Да в смысле? Да как так? Да отвали ты от меня. Центр управления метро. В смысле? А что, в смысле? Он еще прыгать умеет вот так вот? Да отстань! Ну почему? В смысле? Вы не можете... Отстань от меня, пожалуйста. Мне уже херово от ваших движений, на самом деле. Почему? И вот снова я здесь. И снова я здесь, конечно, да. Снова все очень замечательно. Теперь проложи маршрут. Итак, прокладываем маршрут. Поезд стоит на станции Редстоун, а нам нужно на Фокс Парк. Справишься с этим? Эй, я же суперкоп. Считай, готово. А, СТ нам нужно, СТ. А нам вообще куда попасть нужно, простите? После остановки раз вернуть на ра-ра-ра. Блях, как сложно, а? Сейнт 02, Фокс 01. Маршрут подтвержден. Карлос, это я. Маршрут проложен. А теперь самое главное дойти до станции, потому что... Даже потому что на улице... На улице непонятное вот это вот создание. Какого хуя? В смысле, ты что вообще такое? А, в кузов стреляй. Глаз открывай, я понял. Это игра такая. Охренеть, они еще и мутируют, прикинь. Давай, алё, быстрее. Двигай своими... Да подожди, в смысле? Почему вечно пожизненно такая ситуация? А мы вообще, подожди, мы не сюда. Нам надо... Вот сюда. А куда мы попали? Я вспомнил, нам нужно было вот сюда. Отстань от меня, я еще маленькая. Ясли карамасли. Ты думаешь, это его... Он бетонные стены пробивал, а ты хочешь, чтобы его, у тебя это... Беспредел средь белого дня. У нас есть камешки. У нас есть камешки. Использовать? Ух ты. Ручная граната? А если мы зеленый поставим? Ух ты. Тактическая ложа, дробовик. Нифига себе. А что будет интересного за вот этот, если мы его поставим? Да ладно, еще одна сумка. Впечатлен. Мы готовы? Да, почти. Но нужно часа на техобслуживание. Николай, что там у нас? Город кишит этими тварями. Пробиться не выйдет. Почему она здесь? Помогает запустить поезд. Зачем тебе этот мертвый груз? Она ненадежна. Не спустит курок, когда надо. Эй, остынь. Из-за нее ты погибнешь. Прости за это. Сейчас все на взводе. Да ладно. Опять он. В общем, техническое обслуживание, я так понял, не будет получасового. Выиграю тебе время. Стой. Слушай, алло, почему? За что за самопожертвование? Ты куда? За мной, уёбок ты сраный. Говоришь, Старс? В смысле? Да я хочу взять аптечку, там аптечка. Дура, ты тупая. В Старсе вообще срать хотел на твой сайт. Там аптечка была. В смысле, патроны, собирай патроны. Ломай, дура, ломай, быстрее ломай. Да быстрее ломай, ты сильнее ломай. Хочешь, он тебе сейчас поможет сломать? Видишь, он тебя сейчас все вообще всечет, сломает. Да дура, потому что ты тупая овца. Давай быстрее, да быстрее ты, корова, открывай. Что ты свозишься с ним? Просто ползи, все, и не обращай ни на что внимания. Просто уползай отсюда.